преддверии большого государственного праздника Дня России на ярмарке впрок проходят два мероприятия. Это 10 и 11 числа выставка продажи цветов, которые пользуются спросом у населения города. Здесь представители приехали у нас и местные производители, и Самары тоже приехали у нас. Выставку продажи цветов мы совместили также с дегустацией продукции местных производителей, которые заезжают на эту ярмарку и будут постоянно работать. Павильон будет стоять базарно-карбулакской продукции. Это охотничьи они идут с прованскими травами. Шашлычные с мариновым лучком добавляются, баварские самые сочные. Также павильон свежемороженой рыбы вместе со своими пресервами, копчениями. Торговые цены будут от производителя без больших торговых надбавок. Мне понравилось это горбуш холодное копчение. Очень вкусный. Там по соли хорошо все. Немало, нормальный, короче, засол. Также переговоры ведутся с другими производителями. Дегустация такой продукции будет практиковаться на этой ярмарке каждые 2-3 недели. Следующий производитель, который будет заходить на нашу ярмарку, будет также проводить такие дегустации. И жителям города, я думаю, это очень понравится. И особенно ценовой формат. Мне бы хотелось отметить, что на нашей ярмарке поставили на 2 аквариума живой рыбы. Рыба эта привозится с рыб-питомника, это карп, это белый амур. Всех дачников наших приглашаем на нашу ярмарку, сюда в торговый ряд, где вот стоят цветочники. Все торговые места, которые здесь предоставляются, бесплатные. Пожалуйста, те, кто хочет поторговать на нашей ярмарке своей продукцией, в том числе начинается здесь клубника, и цены будут от наших дачников.